Посмотрите, кого я вытащила из красной рыбки. Это кусок горбуши, и у красных рыб они обычно мигрируют в ткани. Это представители нематод, круглых червей, называются анизакиды. Наверняка вы их уже встречали в сельдевых, скумбриевых и в тресковых, они ими кишат. Некоторые паразиты мигрировать не успели и находятся просто в брюшной полости. Этот спрятался за пленку, но, надеюсь, вам его видно. Вот я его потихонечку через раскопки достаю. Также их видно в таких покрасневших местах, где они вгрызались в ткани.